Так, дамы и господа, Кьюпат, Ред Пандас против команды Resident. Это команда DD. Третья решающая игра SK Trophy турнира. Был ремейк, поэтому алпик, но сейчас мы посмотрим все пики, обсудим все лейны. Добирают всех героев. Ладно, давайте смотреть. Сторона Резидент. Команда DD, Джолин на Вивере. Бабар на Рубике, Беллер, Бэтрайдер, Шаш Ю, Дарк Тир, ну и Фанзи, Хаус Кнайт. Пошли спасать свой отпул. Давайте посмотрим, кто сейчас куда поставит. Куда встанет. Заходит в свой лес, смелость. С этой же стороны команда Кипат, Вагамама на лайфстиллер. Судя по всему, дабл мид с мини. Мини на визаже. Достаточно странное решение. Джерекс на линии. Здесь селект на Магнусе. Ну и Кинов Пейн Синг-Синг, он идет на сейфлейн. Есть реген, есть танго. Неужели трилейн в меде? Ну посмотрим, саппорты здесь в принципе могут ромить. То есть без разницы, как встанут лейны. У Магнуса могут быть проблемы, если так лейны поставят. Но похоже здесь решают оставлять одного вивера. Сейчас мы это все узнаем. Куда пойдет Хаус Кнайт? Хаус Кнайт, Фанзи это игрок медовый, команда DD. Вот он отправляется в сторону меда уже. В лесу никого не нашли. И Dark Seer, скорее всего, пойдет воевать с Queen of Pain. Либо Dark Seer, либо Бэтрайдер. Сейчас кого-то из них отправит в лес. Бэтрайдер уже вкачал стики на палм свой. Ну и Вивер здесь остается. Воевать с Магнусом, посмотрим, как отстоят. Как здесь будет лейнить. Бабар с Dark Seer остаются с ним, ну и Бэтрайдер полетел на топ. Пропинговали Лину. Лина видела Бэтрайдера. И Вагамама начинает блокировать скрипов. Есть дабл мид. Хаус Кнайт. Рубик. Саппорт пока что ждут. Прожали смог, приходят на мид сразу же. Есть замедление грейвчилом, есть стан Лины. Можно попробовать что-то сделать. Вагамама уже вкачал замедление. Так, набегает на Робика, приходит, дает грейвчил. С другой стороны идет Лина, вот Лина немножечко не успела. 2 секунды стана Вагамаму. Надо станить станом, не попадает Джерекс, проблемы. Фанзи, ну и колосил Вагамаме очень даже прилично. Количество хп у него убавил, но здесь похоже трейлейн на меде будет. Не то чтобы трейлейн, Лина отходит обратно, делает садпулы Синг-Сингу. Вагамама теряет свой реген уже. Сейчас пойдет, использует Сальву. Визаж уходит, остается Лина. То есть вот так вот решили поделить. Кьюпат понимает, что как-то они так лейны расставили, что если не будет продолжать оказывать давление на миде, то мид будет проигран. Они эту Вагамаму просто расстреляют здесь. Пострелит в него Бабар, постоянно отгоняет над фармом, поэтому приходит Джерекс. Начинает пострелить в Хаус Кнайте, но в то же время Кьюпат понимает, что Фанзи получит свой второй-третий уровень, он эту Джерекса притянет и чуть ли не за два спала убьет. То есть могут быть проблемы. Фанзи постреливается пока что. Возможно, придет опять визаж. Визаж пока что стоит здесь. Ходили, смотрели они на Бэтрайдера. Можно придумать потом отпул сделать. Dark Seer находит реген. Ну и Dark Seer спокойно джанглит. Вивер. 7 крипов, 5 денаев. У Селекта всего лишь 3 крипа. Селекту здесь приходится не сладко. То есть лучше бы оставили они свой предыдущий план и на мид отправляли Магнуса, а трилейном шли воевать с Вивером. Этот план был как-то понадежнее. Вот так вот они планировали взять Фирсблад. Фирсблад взять не получилось. Вагамама, конечно, будет прожимать рейдж, если кто-то к ним придет, однако пока что у него этого рейджа попросту нет. Фанзи пока не хватает. Нет, в принципе, хватает. Нет. Осталось 30 маны. Через 30 маны появится у него Реалити Рифт и Хаусболт. Хаусболт уже второй уровень, приподнимает Вагамаму. Дает 3 секунды Хаусболта, но здесь уже Dark Seer. Dark Seer немножко помогает, стан Лина. Вагамама бежит. Прошел апхил мисс у Рубика. Рубику не удалось добить Вагамаму. Ну и выживает лайфстиллер Фанзи. Мана заканчивается, есть Клэрити, придется отпивать. Все используют свои салю Клэрити. Не удался Аганг. Что у одних, что у других. Фестблад здесь пытается взять на меде, что другая команда. Фанзи сразу сбивает его Клэрити. Вот ему хватает пока что ман только на Реалити Рифт.
210 маны до полного комбо, он не получит еще долго. Фанзи нападает, точнее, Вагамама нападает на Фанзи, сразу приподнимает Лину, чтобы не заставила она Хаус Найт, и Хаус Найт все равно попадает в стан, но и берет Драгон Слейвен First Blood. Все-таки Кьюпад. Обыграли здесь ситуацию, просто напал Вагамама. Сам отписывает от Хаус Найт, несмотря на то, что был на лоу хп. У него был фист. И Хаус Найт ничего сделать не мог, у него просто маны не было. Синг напрыгивает на БЛР. У БЛР всего 6 крипов. У Синга давайте посмотрим. 15, 9 денаев. Рядом стоит Мини. Мини помогает. Мини скоро получит третий уровень. То есть, в принципе, уже все не так и плохо для Кьюпад. Я уже думал, что сейчас убьют лайфстиллера здесь быстренько и пойдут дальше разгоняться. Хаос Кнайт с Рубиком. Но нет. Лайфстиллер, можно сказать, просто повезло. Я мог добивать там Рубик. Так, нападает. Инвиз берет Рубик. Вагамама получает 3 секунды стана, получает реальти рифт, а здесь уже и визаж. Вагамама в ответ нападает на Хаус Кнайт, и Хаус Кнайт добивает визаж Лосамши, нападает на Бабара, Бабара поставили, и Бабара убили. Отлично. Очень вовремя здесь пришел Мини, все поправил. В принципе, Вагамама и так жил. Получается. То есть уже это дабл-мид не работает. Вайпнулись, можно сказать, дважды. Два раза умирал Хаус Кнайт. Мини возвращается. Так, находит его Дарксир. Мини пытается бежать. Лучше бы он бежал к Queen of Pain. Замедляет. Дарксир ворует у него в спид. Сам из-за этого бежит быстрее. Немножечко. Бежит, получает стайки своего Slow Assumption. Думает что-то сделать, потратит свои стайки на Дарксир, но и погибает. Сделать ничего он так и не успел. Стики напалм его замедляли очень даже сильно. Вагамама, ботиночки есть, есть Magic Wand. Есть еще два танка. Так, то есть приходит, приходит Мини. Прожимается смог. Вопрос лишь в том, хватит ли у Вагамамы маны. Маны хватает только на замедление, вот не хватает на рейдж. То есть можно было поставить. Вместо этого станет Лину. Здесь еще и Дарксир. Лину добивает. Гонит Фанзи. Фанзи дает сорж Дарксир. Дарксир здесь очень вовремя оказался. То есть что виза, что Дарксир постоянно ходит вокруг мида. Поставили наконец Дарю свой обсервер вард здесь, чтобы видеть, кто здесь как ходит. Скоро наступит ночь, поэтому вард здесь будет очень даже к месту. Давайте смотреть, как дела у Вивера. Вивера, Ring of Aquila, ботиночка Ring of Regen, 33 крипа, 15 денаев, а вот у Магнуса. Магнус хоть и 5 уровня, но всего 12 крипов. Однако это не проблема, он скоро получит свои 4 шоквейвы. Нет, Вивера очень мало чего останется. Он 2 шоквейвы получит, так находит Хаус Кнайт. Находит Мини, 1 секунда всего стана, не повезло с проками. Тем не менее, Соло Самшн получает Фанзи, дабл дэмэдж находит Синк, надо добить. Добивают. Дабл дэмэдж находил Синк, но добили Хаус Кнайта. Пострелялись Бабара. Shadow Strike 2 уровня, посмотрим, как Бабар дотикает. Не дотикает он, съедает танго, в принципе и так урона бы не хватило. Ну, тем не менее, очень вовремя Синг подошел. Если бы Синга не было, то, может быть, и убили бы Хаус Кнайт, но был бы размен, скорее всего, какой-нибудь. Также пришлось просто всем отбегать. Так, давит. Вивер подавил. Потратил таймлапс свой сразу же. Приходит сюда Джерекс на всякий случай. У Джерекса тоже бутылка. Отпивает себе ману. Ну и Магнуса. 200 хп пострелил с шоквейвами. Надо бутылку где-то наполнить. Вагамама тоже без маны. Это у него небольшая проблема, что маны постоянно не хватает, хоть на базу идет, он присылает курьера за бутылкой. Присылает себе Glow of Haste, надо делать Power Threads. Синк уже 7-й, получил ультимейт. 2 поинта в Shadow Strike, здесь он харасил постоянно Бэтрайдера. То есть еще пока что не замаксил Scream of Pain. Scream of Pain появится на следующем уровне. И уже можно будет куда-то опять приходить и убивать этого Хаус Кнайта. Хаус Кнайт, я думаю, прокликал Вагамама, понимаю, что Вагамама без маны, но саппорт пока что хоть ставит варды, то есть сделать ничего не получится. Вроде бы хватает уже маны на комбо, сейчас хватит через секунду, 210 маны надо. Ну и здесь, если что, прожмет стик, прожмет рейдж. Персонаж-то. Магнус приезжает, привозит Вивера. Вивер сразу же замедляет. Сейчас откатит Шикуч. Шикуч откатывается. Не загангся его никак. То есть, несмотря на то, что потратили Реус Полярица даже на него. Вивер погангся весьма сложно.
Есть таймлапс, есть шукучи. Даже если поставить сентри, все равно дает мувспид. Второй скилл. Так, ладно. По крипам видно, что первый вивер, второй синк, третий дарксир, который джанглил. Там не самые дорогие крипы. Давайте смотреть по нетворсу. Пентурс, в принципе, тоже первый вивер. Это большая проблема, на самом деле. Собственно, из-за этого приходили сейчас ганкать. По ганкать не получилось, но вивер продолжает фрифармить. Магнус уже смело прогоняет. У самого пауэртрейд. Дарксир с бетрайдером решают заганкать Queen of Pain. Набегает, налетает. Успеет ли синк среагировать? Не успевает среагировать. Прилетает саппорты. Хватит ли урона? Синк покричал. Дарксир. Дарксир надо добить. Дарксир добить не получается. Это делает мини. Мини замедляет бетрайдера. Пытается его как-то поджукать. Так-то прилетает. Это Магнус. Теперь у БЛР будут проблемы. Мини надо добить. Мини прожимает стик. Тем не менее, добивает мини. Бетрайдер получает даблкил. Селект переехал, но Селект, помимо шоквейвов, особо помочь нечем ему. Распаляется нет, скьюер можно было потратить, въехать в бетрайдер, но там он рисковал бы уже сам. Мало ли какой телепорт здесь прилетит на вышку. Мало ли какой саппорт здесь появится. Так, на миде втроем. Дарксир опять рядом, есть Рубик, есть Хаускнайт. Они понимают, что двоих не хватает на килл Вагамаму, вот можно попробовать втроем забежать. Сейчас его будут притягивать. Пока что Рубик пошел. Видимо, будет ждать руны. Его видел Джеракс. Расставляются варды. Ставит сентры мини. Надо бить вражеского сентра, а там уже пошли. Ох, какой здесь стак. Сделали стак, пробовали поставить, думали, что здесь будет руна. Здесь уже рядом и Селект, у которого, между прочим, есть Рез Полярити. То есть Кьюпад уже могут сейчас начинать давить, начинать драться. Само собой, если в пятером будут ходить, они будут упускать опыт. Здесь спокойно фармит вивер. Вивер получает опыт. Купил себе медальон of courage. Покупает телепорт на случай, если будет падать вышка, придет, поможет. И Кьюпад уверен, приходит. Начинает что-то делать, влетает бетрайдер. Никого особо не напугал. Рейдж включает Вагамама. Прилетает кто-то, прилетает вивер. Отлично, всех стянули просто. Рейдж Полярис начинает прокастовывать. Уже убили Хаускнайта, убили Дарксира, добивают бетрайдера. Вивер пролетел, все, что он успел сделать, это потратить таймлапс и вернуться обратно. То есть он просто 135 золота потратил. Замечательный Рейдж Полярис был он. Несмотря на то, что Блинкдайгер нет, просто прожал. Просто въехал, прожал. Даже, по-моему, скивер не тратил. Сейчас не верим. И сразу же потратили Fortify, вызывается Фамильяр, очень много опыта получили, очень много денег сейчас Кипад. И добивает Таур. Теперь с деньгами совсем хорошо. 1900 золота. Вагамама. Фамильярами здесь станет скрипы, приходит Фанзи, пытается убивать фамильяров. За каждую по 100 золота дают, поэтому их надо расконтролить. Ну, тем не менее, вивер не погиб, они нашли хорошие киллы. Но вивер все еще проблемный, надо выдавливать слейн, то есть начинать пушить бот-тауэр. Но если будут это делать скипат, они будут терять по опыту, они это понимают. Поэтому пока что расходится синк. Им надо получить 11 уже. Начинает делать линкин сферу, он понимает, что если схватит его бетрайдер, будет неприятно. Бетрайдер уже блинк, вот он его показывал как раз. С блинка вроде бы влетел, лайфстиллер прожимает рейдж, замешкался как-то бетрайдер, ну и как раз хватает лайфстиллера в рейдже и получает все вместе Рейс Полярити. Такая вот получилась занятная драка, если это можно так назвать. Ну и как видно, здесь по графику сразу же обвал. С 1500 рейдентов до 700 монет где-то. 700 золота преимущество. Удайров, Кьюпад. По опыту все скатывается в ноль. Он начинает уже отбивать обратно опыт себе. Резидент. Команда ZD. Так, кого-то находит здесь. Нет. Все расходится. Ну, Кьюпады хотел подавить, видимо. БЛР, но не получилось. Тикает на нем постоянно Shadow Strike, не дает выйти из кулдауна Блинкдайгеру. Вагамам на лоу хп. Ир. Понизил ему армор, ну и просто настрелял своей двойной атакой. Очень это неприятно. Вивер стоит, стреляет в вышку. Вивер уже 10 уровня. Так, ну что есть у Фанзи? Фанзи доделал Magic Wand. У нее с фармом все очень плохо. Он в нижней половине списка.
так быть было не должно, но, в общем-то, вся роль этого Хаус Кнайта в том, чтобы отвлекать внимание от Вивера. С этим он справлялся удачно, хоть и сам помирал. То есть, несмотря на то, что у Фанзи счет 0-4, он никого не убивал, тем не менее, Кьюпад сконцентрировали внимание именно на этом лейне. Вивера не оставили, они к ним приходили за ганг, не получилось. То есть он продолжает фармить, собственно, у них Вивер на первой позиции. Так, Гамамам прожимает. Брабам пошел убивать Фанзи. Получает Фанзи Лагуна Блейд, ну и надо добить. Добивает Вагамама, 0-5 уже у Фанзи. Вагамам купил себе барабан, ну надо доделать ему ботинок. Топ-тауэр андер-атак. Визаж. Вызывает здесь фамильяров, так. Прыгает БЛР, хватает визажа, надо станет его фамильяром. Фамильяром поставили двоих. Еще один фамильяр можно еще раз поставить, однако фамильяр сыграл Робик. Визажа добивает Вивер. Вивера Ring of Chaos, он, видимо, будет себе делать Linkin Sphere, ну и всех, само собой, фамильяров добили, получили 100 золота. 100 золота досталось Бабару, а кому второй фамильяр достался, непонятно. Однако у Вивера свои фамильяры, то есть это тоже по 100 золота. Само собой, таймеров на них нет, то есть пока их не убьют, они будут летать в конечном итоге. Кто-то их добьет. Идет размен, между прочим, Селик здесь с Джерексом. Ковыряет бот-тауэр, ну и топ-тауэр сейчас пропушит. Все вместе, команда DD. Здесь на мид нападает Вагамам, то есть проседает уже два таура, возвращается Бэтрайдер. Бэтрайдера нет ультимейта, это надо помнить. Можно на нее напрыгнуть, пока нет саппортов. Бот-тауэр обменяли. Вот Синг стоит, думает, что здесь надо делать. Так, залезает в него лайфстиллер, надо влетать. Впрыгивает, замедляет БЛР, БЛР летит, пытается забраться. Синг его сдувает, но его Вагамаму надо отводить отсюда. Вагамам уходит, приходит Вивер. Начинает отпушивать лейн. Можно и на Вивер, в принципе, впрыгнуть. Само собой, инфеста больше нет, но есть Магнус. Магнус въезжает на Вивера, распаляется на Вивера. Надо прокастовывать, Соло Самшин, и Вивер не успел даже поражать свой таймлапс. Даже из дизейбла не вышел. Два очень важных килла. Очень неловко возвращались DD. Они вчетвером били вышку, они вчетвером теряли опыт. То есть с этой стороны вдвоем на ботлейне били вышку. То есть здесь был Магнус, была Лина. Ну и с этой стороны был Лайфстейлер. Потом уже пришла Queen of Pain, помогла. Получали опыт на двух лейнах. Кьюпанды. Пока DD на одном возились. И потом по одному как-то прилетают, все стоят, возят с клипами здесь, ну и по одному их переубивали. Селик там 1500 теперь золота. Витальти Бустер купил себе мини, затанковался. Он понимает, что он должен выживать, чтобы накидывать постоянно свои соло самшины. Здесь кого-то нашли. Нашли фамильяров Рубика. Надо добить их, он их отводит. Думал найти фамильяров, не получилось, разломал весь лес. Ну и приходит на мид. Летят фамильяры, фамильяром видели визажа, но он боится, что теперь его найдут. Так, действительно, впрыгивает здесь Бэтрайдер, но хейст визажа помог ему избежать смерти. Но мид тауэр сейчас упадет. Фортифая нет, ничего с этим не сделать. Ускоряет Бэтрайдер, пошел на скайджерту. Вызываются новые фамильяры. Тауэр даже не дефли. Все ходили, кто на базу по регенится, кто-то отпушивает лейн. Вот, например, Синг-Синг отпушит лейн. У него 11 уровень, у него уже есть, собственно, Linkin Sphere. Сейчас он продолжит пропушивать. DD, если будет продолжать. БЛР влетает. Влетает, потащил Селекта. Прилетает сразу Синг-Синг, начинает станет БЛР. БЛР убивает, Магнус всех притащил, всех четырех, между прочим, ну и просто задули. Трипл килл к Синг-Сингу, это минус 5. Очень шустро разобрались. То есть, видит, что БЛР умирает, то есть с этой стороны он впрыгнул, замечательно начал тащить нужного персонажа, оттаскивает обратно, ну и здесь начинает погибать. Само собой, вся команда идет им навстречу, то есть стягивается. Смотреть, что там происходит с Бэтрайдером, просто выезжает Магнус и все, которые распалялись, все просто прокастовали, убили. Нападает на Таур. Это потеря Тир-2 Таура. Добивать надо Тир-2 Таура. Остался еще Таур на топе. Сейчас туда перемещается уже Синг. Мид Таур уже добивает Вагамама.
Ну и Синг, Панетворс уже на первом месте. Линкин Сфер есть. Теперь Бэтрайдер не поймает, ну и вышку можно просто затанковать всем. Пошел танковать Синг, у Синга есть реген. С Линкин Сфер. Тауэр добили, можно идти на Рошана, в принципе. То есть можно расставить варды. Здесь Курьер Дайр что-то носил. Давайте прокликаем, посмотрим, что у кого. Вагамама делает свой армлет. В принципе, хватает уже, можно дособирать. Магнус находит инвиз, пошел искать жертву. Сентри варды сразу закупается, то есть... Вардом рейдинты видели здесь. Был вард рейдинтов. И стоит понимать, что 50 секунд не будет ультимейта у Синга. Здесь 30 секунд не будет рейдж с полярити. Поставили обсервер. Обсервер кто-то пинганул. Поставили сентри. И уже Магнус отходит. Он видел, что убили вард. То есть его здесь увидят. Надо идти на Рошана, все-таки как-то замешкали здесь кьюпацию, это ровно невидимость, они сами себе время потратили. Ну и Магнус. Блинг-дайгер, то есть в следующий раз он будет с вами рейс полярить, уже впрыгивать из ниоткуда. В принципе и так, очень даже неплохо получалось. Просто он въезжает на скивера и всех стягивает. Меняет ход игры просто с одной кнопки. Синк отпушит ботлейн. Ну и Диди понимает, что он... На тир 2 ТВРа пока что рановато идти. В команде Квипат, а вот на Рошан можно сходить вполне. Дарк Сира есть мека. Давайте прокликаем, что здесь есть у кого. Здесь ботиночек только у Рубика. Только блинк Бэтрайдера. Ивер тоже особо ничего не собрал. Он два раза уже погиб. Получает Эншел. Так, видимо, решает подраться на ботлейне. Летает, рейс полярится, думали дать? Отлично, потратил таймлапсом никуда. Ивер перепугался. Селект замечательно сделал. То есть, такая психологическая атака, что Джалим потратит свой ультимейт. Однако Селект хватает 4 секунды стана, Риос Полярис не будет. Но пришел Синг, поправился своим ультимейтом. Убили уже Вивера. Вивер купается в ответ. Пытается кого-то ковырять здесь. Бабар. Суровал. Соло Самшин, но уже добили Дарксира, гонит дальше. Вивер возвращается, набегает на Queen of Pain. Queen of Pain убивает Бабар. Он воровал Соло Самшин, однако... Теряет Бэтрайдера, похоже, потеряет сейчас и Рубика. Бабар добивает. Даблкил мини, Вивер укупался. Синга убивал Бэтрайдер, то есть как минимум килл достался не Виверу, но и надо идти на Рошана, как-то они не слишком ловко вышли. Селик, конечно, замечательно он забейтил. Таймлапс Вивера быстренько убили, но сам тоже сделать ничего не успел. То есть его там, по-моему, убивали, он укупался, да, укупался вместе с Вивером одновременно. Рошан весьма быстро сейчас упадет. 1800 золота у Гамамы. Ну сейчас Рошан убьют, посмотрим, как по графикам после всех этих стычек счет 7-20. Диди понимает, что у них как-то игра не пошла. Хаус Кнайт и на меде убивали, потом уже начали ходить все вместе. Соник Вейвами с Рейерс Полярити просто вайпают их раз за разом. Неприятно. Вопрос лишь в том, смогут ли они как-то вернуться в игру. В принципе, есть Вивер. Вивер может начинать сплитпушить скоро. Однако, не самый страшный сплитпушер, то есть, как минимум, пушит он не супер быстро. Фанзи стоит, медитирует здесь на крипов. Рошан упал, здесь делаются стаки. Нет, это просто как-то заагрил по пути. Вагамама, он пытался их, видимо, убивать, но понял, что хп уже не хватает. Отошел от эншентов. Рода Фата с умением. Неплохой дизейбл, 1200 ранжа. Стоит учитывать, что есть еще и грейвчил. То есть очень долгий будет. Очень долгое замедление от мини. Сначала подхватывает Рода Фатус, потом Рода Фатус заканчивается. Он уже подлетел и дает свой грейвчил. У грейвчила кулдаун тоже не такой уж и большой, 10 секунд. Ну и плюс сам затанковался он за счет своей пассивки. За счет Рода Фатуса 325 хп. Будет просто переживать все бурсты и спокойно прокастовывать раз за разом свой соло самшин. Рубик, конечно, в прошлый раз воровал. Помогло ему кого-то убить, если честно, не помню кого, по-моему, Queen of Pain они убивали. Так, приходит здесь фамильярами. Посмотрели, что происходит. Фамильяров видели вардами. Но, тем не менее, Вивер здесь. Реверс полярится на Вивер. У Вивера есть таймлапс, отвозит его обратно. Таймлапс он тратит, но... Убегает, тем не менее. Вроде шел стан на место предполагаемый таймлапс, но
Лина не угадала. Ир возвращается, прилетают все. Надо спасать Тир-2 Тауэр. Рерис Полярис нет. Селик показал свой блинк-дагер, всех напугал. Синг-синг собирает оркид, вот это уже поможет. Вызывается нового фамильяра. Поставили центр вард. Так, ну и полетел Бэтрайдер. Сейчас надо кого-то хватать, посмотрим, кого схватит. Нападает Вагамама, прожимает фантазм в фанзе. Схватили. Схватили Джерекса, это Лина. Поставили стенку Дарксира, однако Бэтрайдера убили. Лину, конечно, потеряли. Селик на ОХП пытается бежать, как-то он въехал здесь не слишком хорошо. Ну, продолжает контролить. Фанзи пытается лететь, посмотрим, получится ли. Не получилось. Вагамама даблкил. С этой стороны Вивер пытается дальше контролить, возвращается там лапсом. Расходится. Лина выкупалась. Она идет с базы уже здесь. Сейчас будет ресет драки, приходит обратно. Бэтрайдер его замедлил, но он успел запрыгнуть. Прыгает его из визаж, начнет станет сейчас. Лагуна Блейд в Дарксира. Нет, это Вир. Где? С Эншелом бегал, синенький. Непонятный, ну и Бэтрайдер само собой добили, это опять всех вайпнули. По-моему, кто-то еще выкупался, дай смотреть байбеки. Нет, Вивер не выкупался, у него до сих пор Кудлан выкупалась, Лина выкупался Бэтрайдер. Лин пришла, поправилась с Лагуна Блейдом вторым. Ну и Вагамама. Есть Яша, есть 300 золота. Можно немножко подпушить, но надо отходить уже. То есть надо убить крипвейв, расходиться. Фамильяра. Урон не наносит уже, их надо сажать в очередной раз. Ну и Синг доделал наконец Оркид Малеверенс. То есть в следующий раз Вивера они убьют сразу же. То есть проблема с этой дракой была исключительно из-за того, что Магнус потратил свой Рейс Полярити, а Вивера не убили. Собственно, из-за этого там Вивер возился, копошился в саппортах. Убивали, там хватали Лину, Лина выкупалась. Вивер там оставался, кусал визажа. Визаж прятался в деревьях. Здесь он спрятался. Ну и Магнус как-то странно въехал просто со скивера и погиб. То есть он приехал, всех немножечко замедлил, дал шоквейв, сам умер. Тем не менее, драка вышла очень даже неплохая для Крипанда. 9-26 уже счет. Тир-2 Тауэр само собой упал. И исходит Джерекс невидимости. Джерекс на пару с фамильяром и охраняет здесь Магнус. Магнус там фармит. Вир купил наконец ультимейт орб. Вот он никак не доделает Линкен Сфер. Линкен Сфер, в принципе, можно сбивать. То есть можно сбивать чем-нибудь с визажом. У него кулдаун короткий. То есть, например, Assumption потратить 140 мана всего. В принципе, можно избить. 4 секунды кулдауна, то есть это гарантированно откатится. Пока нет стаков, можно сразу сбивать Линкен Сфер Вивер, но потом уже набирать стаки и наносить урон, собственно, с пылом. Синг купил себе Госсептор. На случай, если попадется Хаус Кнайта с Вивером. Здесь Магнус иллюзиями дает вижен. Пинает здесь Iron Branch находит. Ну, один Iron Branch, сломал второй. Так, схватил. Вот это ошибочка, промашечка. Думали, настоящий Магнус потратили. В никуда ультимейт. И это действительно серьезная ошибка. То есть сейчас придут воевать Кьюпат, а ответить им совершенно нечего. Разве что стенкой Дарксиром. То есть если до этого постоянно он кого-то хватал, как минимум один килл находили в ответ. Дизит, то сейчас просто будут убивать всех. На Фанзи нападает Вагамама, Фанзи прожимает Фантазм. БЛР летает с Эншеллом, на нее нападают Фамильяры, нападает Лайфстиллер, поднимает его Рубик, 2 секунды стана. Вагамам так здесь нападает на Лину, между прочим, на Лину нападает Вивер. Вивер надо убивать. Поставили центр варт, он возвращается обратно. Стоит еще один центр варт, Вагамама здесь продолжает воевать. Так, влетает Селект, опять показал, отменил. Рейс Полярис получает 4 секунды стана, притягивает его Фанзи, Селекта добивает, Рейс Полярис не будет. Соник Вейв в одного Дарксира Рейдж урал Рубик, но тем не менее добивает. Бэтрайдера добивает Хаус Кнайта, гонит Вивера, Вир погибает. Остался один только Рубик, можно убить и Рубик попробовать. Рубик бежит весьма быстро, но летит с Ассампшн, суровал Рейдж. Потом второй раз пытался пережить какие-то неки, но Синг получает трипл килл. Это опять минус 4. То есть ни одной драки не могут выиграть. Вагамам, конечно, погиб со стороны Кипанда, но
Тем не менее. Последний тир-2 тауэр падает. Селекту опять пришлось выкупаться, как-то он неловко все прыгает и отменяет свои Резерс Полярисы. Пытался кого-то подманить на эти свои касты, как-то напугать. Вместо этого сам погиб, его притянул просто Хаус Найт клюшкой. Доколотил, но сам погиб из-за этого. Так, ну и здесь 4... Сколько? 3,5 минуты до Рошана, можно как-то попробовать подфармить. Дальше только хайграунд, то есть надо доделать слоты, надо доделать кирасу лайфстилером. Надо поделать мустаки, здесь стаки уже он убил. У Синга появляется Демон Эдж. Посмотрим, что сделать, будет ли это Манк Кинбар. Джерексон, 1400. Скорее всего, будет копить на госсептор. В прошлый раз его Вивер там неплохо выгнал. Из-под таура. Здесь Огуркап мини делает аганим, судя по всему. Набивает вражеские стаки убили, расходятся. До Рошана можно попробовать просто отпушивать все лейны, фармить. Доделывать слоты, потом с Аиксом пойдут просто. Добьют. 12-30 счет. За 15 тысяч по золоту ударов, за 20 по экспириенсу, но тем не менее, раз за разом находит размен. Диди, то есть, не прям-таки в сухую драки проигрывает. Последние драки били лайфстиллера, вот ему это не понравилось. Селект ковыряет. Ковыряет эншентов. Джерексон потихонечку помогает. Ну и захватывает просто территорию Кипат, они вытесняют всех из леса, из этой зоны. Селект просел очень мощно по ХП, однако есть реген, не страшно. Он регенится. Третий уже импауэром. Можно импауэр давать Сингу, у него бейсдэмэдж очень высокий, 157 бейсдэмэджа. Даже побольше, чем у Вагамамы будет, то есть... Очень даже неплохую перебавку даст импауэр. Бонус дэмэдж. Так, ну и ждут Рошана. До Рошана минута осталась. Вот обновился таймер. Ровно минута, надо как-то всех напугать здесь, переместить на ботлейн, расставить варды и потом просто переместиться, убить Рошана. Если к Рошану кто подойдет, просто убьют подходящих. Поставили обсервер. Еще бы сентри поставили. Так, отводит Хаус Найта. Хаус Найта привезли, сразу же прожимает свой фантазм, погибает. Сделать ничего не успел. Сейчас все спылы откатятся, которые были потрачены. Мини. Полный заряд был Соло Самшина. И слетает Бетрайдер. Думает, кого хватать, у Синга Линкенсфера, это знает. Получает. Shadow Strike теперь сбивает им постоянно Blink Dagger. Небольшое окно есть для Q-Pad, можно что-то придумать. Селект в невидимости, это в принципе очень даже неплохо. То есть не видно, откуда он будет напрыгивать. Но, к сожалению, крипов не осталось здесь. Dark Tier постоянно со своими аншевами, все порст упадает на него, Синг дает ему Silence. Поставили Бабара, влетает Селект. Надо потратить распалярить, вместо этого отводит обратно Бабара, не через весь экран. Даже неплохо получилось. Выкупает сразу же Рубик Вир. Кастанул своих паучков, своих жучков. Рошан уже появился, то есть можно сходить забрать Аигс, но как-то Кипат про это даже не задумывается. Можно залезать в сингл лайфстиллер, ну и там впрыгивать вместе с Электом, уже инициировать, как-то они уже дождались, пока были все остальные. Хаус Найт покупает БКБ, наконец он показывает БКБ. Стреляет Вагамаму, хватает Бетрайдер, тащит Селекта. Селект на трассе распаляется, посмотрим, выйдет ли из стана. Не успевает сделать ничего, Селект погибает. Выползает наконец лайфстиллер, идет Соник Вейв, убивает пока что только Бетрайдера в обмен на преславутого Магнуса. Гонит всех дальше, кричит Queen of Pain, нападает Вагамама в фанде. На лоу хп и Рубик, но тем не менее, что Хаус Найт, что... А нет, это Дарктир был, что Дарктир убивает. Рубик выживает, отходит. Рубик последний живой. Но здесь все на лоу хп. Ну, становится понятно, очередная проблема команды Крипаш, что у них элементарно нет меки. Нет ни меки, ни урны. И каждый раз, когда они выходят после драки, им приходится идти на фонтан. То есть, вот сейчас они вроде бы неплохо подрались, а вышку запушить не могут. То есть в следующий раз будет опять противостояние. Это опять они будут пытаться это как-то обыгрывать. Находят вроде бы размены, но...
не то чтобы размена, они прям чуть не пятый раз подряд вайпают всю команду DD, но каждый раз до этого пушились вышки, то есть каждый раз драки были за ТВР, именно пушли на боссе тир 2, здесь тир 2 пушли. В этот раз Рошан забрали, то есть иначе могли прийти DD что-то сделать. И теперь надо идти всем регениться, синг доделал, манки хинбар уже, прыгает, стреляет волков. И вся команда отправляется. Фонтан, кираса есть. 1000 золота сверху вагамамы. Как-то ролик странно работает. Ну и само собой по графикам здесь уже смотреть страшно. К 20 тысячам по деньгам приближается. За 30 уже по опыту. То есть каждый раз идут просто вайпы, но тем не менее квипат никак не зайдут на хайграунд. Лина уже с блинкдайгером. Меки все еще нет. Вместо этого каждый затанковывается индивидуально. Никакого регена, никакого отхила здесь не будет. Так, схватили, схватили опять Селикта. Самый неудачный персонаж команды. Опять его убили. Прилетает Квинов Пейна, отпрыгивает. Понимает, что если без Магнуса драться, уже можно и проиграть как-нибудь. Несмотря на то, что DD очень сильно проседает по всем графикам, они могут, в принципе, без контроля. Так, попадает на Дарктир, Дарктир дали сайленс. Фанзи набегает. Прожал Фантазм, сдувает копии Синг-Синг. Но в остальном урон прошел в никуда. Гонит Хаус Кнайт надо драл. Соник Вейв. В общем-то, ультимейт получился не лучше, чем у Синга. Queen of Pain пробует кого-то догнать, замедляет. Дарк Сир, но знает, что не сушит. И, тем не менее, есть Сайленс. Приезжает опять Магнус. Магнус. За эту игру он, по-моему, выкупался уже раза 4, если мне не изменяет память. Ну, как минимум 3 точно. Опять он появился, но это позволило убить им Дарк Сира. А Икс есть, то есть уже... На карте больше искать нечего. Поэтому приходит, начинает грызть тир 3 тауэр. Идет бэкдор протекшн здесь. Сейчас полетят еще и фамильяры, помогут. Вагамама регенит с инфестом. Сбрасывает агро от вышки. Вышка падает очень быстро. Рубик стащил инфест. Вивер пытается как-то поменяться, но знает, что сейчас падет база и сделать с этим ничего не получится. Магнус есть рез полярити у Синга. В принципе, у Синга до ультимейта больше минуты. Есть третий Лагуна Блейда, есть Соло Самшина и так далее. Райт клик от Вагамамы невероятный. Магнус стоит в сторонке на этот раз, ему сказали, что просто стоял где-нибудь и ждал, пока не начнется прям-таки совсем заварушка. Влетает Фанзи, Фанзи сразу же погибает, несмотря на БКБ. Здесь схватили Жерокса. Ну и вот, наконец, влетает Селик, дает свой рерис полярис. Лина выживает. Двоих минусует, гонит Дарксира, Дарксира надо добить, летит Соло Самшин, добивает. Добивает Магнус Шоквейвом. Good game well played, говорят DD. Здесь уже падает вторая сторона, ну и понятно, что здесь уже особо ничего не сделаешь. Ну понятно, это было уже очень давно, то есть квипат немножко подзадержались, но тем не менее. Побеждает квипат эту встречу, выходит в полуфинал. Так, ладно, следующее. Best of 3 у нас будет TCM против Mousesports. Сейчас скоро начнется уже, сейчас подождем новый лобби. Надо всем выходить, надо показывать табличку. Пошли нырять с фонтаны, но надо как-то уже держать. Рубик. Рубик своровал скивер и утащил обратно персонажа. Добили. Так, ну надо кусать трон. Вир пошел спасать трон, и как-то он это зря делает. Виру убивают, Виру возвращается обратно. Здесь Синг кричит на людей. Госсептер прожимается, Госсептер прожал и Синг, приподняли, Госсептер сейчас закончится, надо прыгать. Прыгает, Вир продолжает контролировать Вагамаму, вот им намекнули, что делать это не стоит, надо доносить трон. Синг удерживает всех в фонтане, все выкупаются. Синг получает ультракил, надо доделать рампейдж. Ну ладно, говорят, good game, теряет Аигис напоследок Вагамамы. Ну теперь уже Эншент падает. Кьюпад побеждает 2-1. Так, ладно, давайте ждать T7 против Mousesports пока. Небольшой перерыв, ждем новый лобби. Сейчас уже начнем смотреть, что там дальше.